Всем привет! В сегодняшнем видео приготовлю сироп из черной смородины. Вкусное и полезное блюдо, ну по поводу пользы не знаю, но точно вкусное. Является отличной заправкой для десертных блюд, то есть блинчики, оладьи, мороженка, тортики, рулеты, коктейли. Что понадобится? Ягоды смородины, 2 стакана, сахар, 2 стакана и вода, 1 стакан. Сначала приготовим сироп без ягод. В кастрюлю отправляем воду и всыпаем сахар. Доводим все это дело до кипения и варим 2 минуты. Далее всыпаем ягоды. Опять ждем, пока это все дело закипит, и варим 10-15 минут. Пенку убираем. Так, все, 10 минут прошло. Теперь наш сироп нужно пропустить через сито без ягод. Ягоды отжимать не нужно. Все, ребятня, сироп готов. У меня здесь мороженка. Опять. Давайте пробовать, окунаем и погнали. Ну, вкусно, да. С мороженком, в принципе, все вкусно. Даже водка. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.